Басня Эзопа номер 12. Лиса и Барс. Лисица и Барс спорили, кто красивее. Барс на все лады хвастался своей испещренной шкурой. Но лиса ему на это сказала: «Насколько же я тебя красивее, раз у меня не тело испещренное, а душа изощренная». Басня показывает, что тонкость ума лучше, чем красота тела.